обвалилось дерево тут у нас в Лиссабоне, почти в центре. Видите, так заграждение такое, вот полосочку повесили, чтобы не заходили. Видать, одно из этих старых парковых деревьев. Вон с той стороны там вот тоже одно большое красивое дерево такое, и здесь второе одно обвалилось. И птицы опять. С этой стороны тоже птицы, видишь? И здесь нету заграждения, как там. Там какое-то было заграждение, здесь вообще никакого нет. Да, интересный город. Угу. Лужи, конечно, накапали серьезно. Видно, что дождь лил. Да. Хорошо. Так, это что у нас? Это какой-то вообще главный должен быть. Португальский, лиссабонский. Цветы поставили. Посмотри, сколько ему цветов. Как будто... Ничего себе. Смотри, как птицы сидят на лавке. Отдыхают. Ага. Перья там выдирают. Да. Интересно, кто, кому это? Монументы. Смотри-ка. Площадь здесь такая своеобразная. Друзья, не знаю, кто это, да, он, Антонио Монтейро. Антонио Монтейро. Надо посмотреть. Ну, который вверху, это, наверное, не Антонио Монтейро, нет? Там какой-то Хосе Томас де Соса Мартин. Ага. Самое интересное, что вот на этих табличках написано только это имя. Какое? Соса Мартин, доктор Соса Мартин. Везде? То есть только один, да. Везде, да? То ну, есть все эти таблички? Это, наверное, таблички, от, может быть, он умер и... Поэтому мы разные люди дарили ему вот это, и они решили сделать такой памятник. Не ну, знаю. Дарили семье, может быть, там. То, что типа мы... домашняя, как коллекция, да, или что? Ну, наверное. Очень интересно, конечно. Как благодарим там, что... Да? Очень. Амиго. Амиго, доминго. Лучшая подруга или друг. Угу. Что-то связано с этим Соса Мартинс. Соса Мартинс. Очень интересно. Вот видишь, обригаду доктора Соса Мартинс. Мы благодарим. И потом Йоаким Мануэль Феррера Бьянто под подпись. Угу. Вот здесь тоже. Благодарим за нашу поддержку, за вашу поддержку или нашу поддержку. Ага. Или нашу как забот, ну, в смысле, что, что вы за нас заботитесь. Может, он какой-то доктор или кто он? Нет? А для нашего протеже. А для нашего протеже Соса Мартинс. В общем, он, наверное, какой-то доктор и нам помогал. Может, крестный отец? Кого? Аградего Соса Мартинс. Поэтому лишь цветы туда, наверное, какой-то был хороший человек. Обригадо. Обригадо – это спасибо, да? Благодарим. А, благодарим. Обригадо, телос. Милагрос. Телос. Хуя. Тенсфейт. Вида. В общем, фамилия их не благодарит. Да. Все. Надо бы посмотреть, кто писал. Очень интересно это, конечно. А вот он этот... который здесь стоит, он, видишь? Потому что тут рядом, тут доктор, да, и здесь рядом медицинский факультет написано. Вот этот? Факультет де Ciências Medicinas, наука, медицинская наука Лиссабона. Ага. Ну, а смотри. Ну, этот памятник же вообще другому, это старый, да, 1904? Памятник, да. Угу. Видимо, это новый просто рисунок. Это сейчас, получается, лет 10. 2004 или ну, какой год? 2009. 2009, да?
ну тут эти Мартинс, Мартинс. Ну это все ему, да? Вон, все соуса Мартинса. Друзья, если вы знаете, кто такой соуса Мартинс, то напишите, будет интересно. anzor.tv в комментариях. Ну да, это какой-то ученый, врач. Тем более, если здесь медицинское это. Интересно, конечно, память. Может быть, хирург? Ну, может быть, да, хирург. Не тут знаю. Есть много сердец. Много, это, конечно, может выражать любовь, а может быть, он оперирует сердце. Все операции на сердце будут. Да не, это столько он в жизни операций на сердце не делал. Хотя я не знаю, понятия не имею, ничего не буду говорить. А вон там что-то видишь, смотри, они еще там ставят. А, они там свечки ставят, смотри. Ага. Да? Ну, видишь, она недавно. Угу. Наверное, многим помог. В общем, надо будет посмотреть. Ты смотри, как они, видишь, любят этого человека. Угу. Видать, он очень важный человек был для них. Видишь, цветы свежие стоят. Да, да, да. Да, такие вот дела. Слушай, этот интересный такой город оказался, оказывается, Лиссабон. Особенно нравятся эти птицы, которые сидят. Угу. Вообще, пока не приедешь, никогда не знаешь, что ждет. Так, что, друзья, пока все. Смотрите Anzor TV, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Находимся в Португалии, в Лиссабоне.